Кричал, кричал и звал ее. Вернись, вернись! И все время на него искал, все искал. Если бы не отсутствие актеров сценических костюмов, можно было бы предположить, что находишься на настоящей премьере спектакля. Настолько проникновенно, чувственно, в полную силу играют актеры, перевоплощаясь на сцене в своих героев. Театр в представлении итальянского режиссера Андреа Беналио – это исследование, познание, изучение различных техник, песен, танцев и культуры. No, actually, it's not the first time that happened our theater work with some... National Theatre Institution from Russia. Нет, это не в первый раз, что я работаю с русскими театрами, во-первых. And mostly is not the first time that our theater work with sources coming from traditional cultures. Ну и, конечно, не в первый раз я работаю с источниками, пришедшими из традиционной культуры. And so this here in Chittigen Theater in Abakan. Здесь в Читигене, в Абакане. One kind of continuation. Это своего рода продолжение моего исследования, и он это хорошо для. 2 марта состоится премьера спектакля «Легенда о Бейреке». Это совместный творческий проект коллектива Читиген и итальянского режиссера Андреа Беналио пригласили в Хакасию в рамках международного проекта постановки сказаний из древнетюркского эпоса. Также в проекте принимают участие творческие труппы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Туркмении. И других тюркоязычных стран. Сегодня Андреа Беналио доволен своей работой. Он подружился с актерами. Единственное, что немного смущает гостей из Европы – сибирские морозы. It's very cold. Да, очень холодно, но, в общем-то, я пытаюсь сохраниться. В любом случае, в домах здесь очень тепло, поэтому не возникает проблем. Абаканцы – гостеприимный народ. Open person, they hospitable. Yes, yes, they are very good and they help us very much and they also bring to make some excursion. Да, да, они очень гостеприимные, нам очень помогают, хорошо с нами обходятся, и мы также были на некоторых экскурсиях. Дарья Казак, Зураб Кабахидзе, телевидение Абакан.